Здравствуйте! Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о недельной главе. Мы будем рассматривать каждую главу по отдельности, может быть, немножко поучимся. И мне повезло, и моим собеседником выступает Рав Лайтман. Здравствуйте! Здравствуйте! У меня выпала честь для того, чтобы выделить мне время. И прежде чем мы поговорим об этой главе, я хотел задать вам вопрос о Торе. Можно ее рассмотреть во многих ракурсах. И мы знаем, что есть 70 ликов Торы. Я хотел спросить у вас, каков особенный ваш путь в рассмотрении Торы? Действительно, есть много толкований Торы, много комментариев. Каждый может истолковывать, исходя из своей души, со своего угла зрения. Тора написана как бы лично для каждого. Почему? Потому что написано «создал злое начало», «создал Тору как приправу к нему». То есть «создал злое начало» — это эго человека, и «создал», соответственно, ему Тору как приправу. Которая уравновесит эгоизм. Да, которая уравновесит эгоизм, то есть есть некий свет скрытый. Торе, который возвращает к источнику, приводит человека к чему-то хорошему. И отсюда мы можем понять, что такое Тора вообще. Прежде всего, исходя из этого, понятно, что если нет у человека злого начала, то ему не нужна Тора. Если человек не чувствует, что у него есть злое начало, он не нуждается в Торе. Я могу понять... Это таким образом, что если я люблю учить Тору, у меня большое злое начало. Я не знаю, может быть, это можно объяснить иначе. То есть тот, кто изучает Тору без того, чтобы он ощущал, что у него есть что-то исправить, злое начало, какие-то плохие желания, то, может быть, он не учит Тору, а изучает премудрости. Тора в Каббале принимается как средство, как прибор для исправления человека. Так вы бы не называли это историческим документом или культурным, это инструмент. Нет, нет. Добавка к нашему эгоизму для того, чтобы мы улучшили его, исправили бы его и достигли бы чего-то хорошего, потому что свет, находящийся в ней, возвращает к источнику. Есть там сила, которая приводит нас к чему-то хорошему. Это своего рода разновидность энергетического потенциала, которая скрыта в словах, в буквах Торы. В буквах, в словах Торы можно извлечь это оттуда, если человек приходит с этим намерением, что ему нужна эта сила для того, чтобы исправить себя и подняться с помощью Торы. А кто написал этот текст? Есть люди, которые верят в то, что это упало с небес, вот так, вот такой том, на нем было написано. Там издательство такое-то. Какое издательство? «Земля Израиля». Да, это действительно так. Это было издано на земле Израиля, потому что земля Израиля — это желание к Творцу. Но, разумеется, это не так. Это документ, который написал каббалист Моше. Мы получили это от него. Он тоже не совсем он это написал, а он говорил и вместе со своими учениками и со всеми теми событиями, которые они пережили при выходе из Египта, и описан здесь процесс исправления, пока они не вошли в землю Израиля. То есть все пути, которые должен пройти человек, все те этапы, по которым он должен исправлять себя для того, чтобы дойти до состояния, которое называется Эрец Исраэль, земля Израиля, то есть желание к Творцу. Что такое Тора? Это не Бог, это не упало с небес. Это человек, который постиг весь путь, который все мы должны в сущности проделать, все человечество, не только Израиль, и рассказывается нам об этом пути и обучает нас, как это сделать. Давайте начнем.
Вначале создал Бог небо и землю. Мне довелось побывать на разных семинарах людей, которые возвращаются к религии. Мне это не очень понравилось, скажем так. Они обучают так, что мир создан в течение 6 дней. Они настаивают именно на количестве 6 дней, как будто Бог работает с 9 до 6, отпечатывает карточку и уходит. Если так, то нужно ли это понимать так, или 6 дней работы — это не только простой смысл, это указывает на недостаток знаний или невежества? Конечно, наука Каббала не считает так. Каббала говорит о том, что 6 дней — это 6 ступеней от Творца, от уровня Творца до нашего мира. Есть 6 ступеней скрытия, в которых сокращение за сокращением было создано это состояние, как этот мир, то есть мы. Но все-таки глава Берешит — это первая часть, которая всегда объясняется с точки зрения космологии. Здесь воды, здесь небеса. Ну, когда было создано Солнце? В 3-й день. А вечер и утро уже в 1-й день. 1-й день, так как это может быть день без Солнца, без Луны, без всей этой космической системы? Конечно же, речь не идет обо всей этой астрономии, в которой мы находимся здесь, в Солнечной системе. Говорится о высшей системе, которая управляет нами, и о том, как мы должны связаться с ней для того, чтобы изменить себя, улучшить себя, достичь цели. То есть, короче говоря, вся Тора говорит о том, как мы достигаем цели творения. Иначе для чего она нужна нам? Изучать историю нет никакого смысла. Всякие ценные советы для улучшения жизни. Сегодня мы видим, что и без этого мы справляемся. А тот, кто использует Тору для этого, я не знаю, насколько ему это помогает. Но вся Тора написана только для изменения человека. Сказано: «Верните сыновья к Творцу своему». Для этого она и дана, чтобы мы поднялись на уровень Творца. Но люди ищут что-то конкретное. Например, в религии объясняется, почему существует мир. 15 миллиардов лет. Сколько лет существует? 15 миллиардов лет. А еврейская религия считает 5700 дней. Есть в этом противоречие или нет? Нет никакого противоречия. Потому что на самом деле мир, согласно тому, что мы исследуем, в качестве ученых существует, скажем, там 15 миллиардов лет. Если мы возьмем процесс, который должен пройти человек, свое исправление на Земле, мы живем здесь, в этом мире, на земном шаре, и от начала исправления нашей души и до конца нашего исправления души... На 5768 лет, но это до 6000 лет мы должны исправить. Когда началась точка отсчета? В человеке, в котором впервые пробудилась душа, то есть желание исправить себя, достичь Творца, достичь чего-то выше этого мира. И он называется Адамом. Но это не имеет никакого отношения к тем историям, которые... То есть мы не говорим здесь о человеке разумном или других вещах, нас не интересует? Нет, нет. Человек существовал еще и за 40 тысяч лет до этого. Он был просто первым, в котором пробудилось желание постичь Творца. Так же, как и в наше время, есть много таких людей, которые ощущают пустоту в этом мире и хотят чего-то более выше этого. Так он почувствовал. Он был первым, кто понял, что природа — это не то, что существует само по себе, а есть еще высший уровень, с которым нужно соединиться. Да. И тогда начинается отсчет времени. Да. Я понял. Я немного ученый. Это мое хобби, не профессия. Я читал, вы, конечно, знаете Хокинга, астрофизик, автор «Краткой истории времени». Он представляет большой взрыв, он вообще представляет Вселенную, которая началась... Вначале была как горошина, размером с горошину, затем она стала увеличиваться и достигла размеров сегодняшних и продолжает расширяться. Я думаю, что здесь есть несколько вещей, которые перекликаются.
даже эволюция, хотя это такое грубое слово. Почему? Нет, это правильное развитие. Я верю в это. Я думаю, что это то, что создал... Не думаю, что это то, что создало мир, но это развитие мира. И то, что говорит Хокинг, и я нашел этому подтверждение в Каббале, что мир создан из верхнего штриха буквы Юд, как горошина. Это некая духовная энергия, которая прорвалась через разрыв, через границу, скажем, между духовным и материальным, и из этого прорыва была создана вся материя этого мира. Мы говорили об этом в прошлых беседах, что современная физика и Каббала, они достаточно во многих вещах перекликаются. Да, насколько продвигается физика, она приближается к Каббале. Вы антидарвинист, можно сказать? Нет. Но я иначе понимаю Дарвина, чем полагают люди, и мне кажется, что и Дарвин... То, что я понимаю, он не сказал, что нет Творца, он сказал, что есть постепенное развитие. Да, он был верующим. Был очень верующим. Он был ортодоксальным христианином. Можно сказать, что эволюция продолжается сегодня? Конечно. Постепенное развитие, но проблема Дарвина в том, что он не понял, что это... произошло у нас уже вынужденно, заранее, что эта внутренняя сила существует из той искры, из того начала буквы Юд. Сила, которая нас заставляет меняться, развиваться, была заложена в нас. От того прорыва энергии по Хокингу, как вы сказали, прорвалась в этот мир, и вместе с этой искрой высшего света, которая прорвалась, пришло то, что называется решимо, то есть информативная часть. Такой особый ген, такая особая информация, как создать этот мир, и свет в этом действии, воздействие этой информации начал создавать этот мир, материю и развитие во всех уровнях. Так давайте назовем то, что творец или как-то... Неважно, творец — это в гематрии природа. Он заложил это внутри и сказал: действуй в мире и... развивайся, произведи эволюцию. Верно, и мы видим, что есть развитие. И согласно тому, что говорят ученые, это правильно. И согласно Торе, это тоже верно. Нет никакого противоречия здесь. Проблема лишь в том, что если считают, согласно Дарвину, то он не видел внутреннего гена, информативной части, которая должна развиться. Очевидно, видел только часть этого процесса. То есть он... считают, что из обезьяны вышел человек, это верно, но не через развитие обезьяны происходит человек, а есть вот в этой информации сначала развивается животный уровень, обезьяна, потом говорящий уровень, то есть человек. Никогда напрямую из обезьяны эволюционным путем не выйдет человек, но по причинно-следственной связи так это получается. Это не прямая последовательность. Это прямая цепочка, но каждый раз есть... информационное данное свое в каждой ступени. Который пришел извне в эту систему. Верно. А Бог, может быть, он тоже проходит эволюцию? Нет, Творец — это постоянная сила, в которой мы существуем и сейчас. Он не меняется. Меняемся только мы. И чем больше мы изменяемся, то есть мы все время изменяемся в том, чтобы развиваться в его сторону, то есть для того, чтобы охватить его, ощутить его, то есть это сила, которая заполняет все пространство и внутри нас, и вокруг нас. Хорошо. История Брешит. Есть история. И вот происхождение неба и земли, при сотворении их, во время созидания Богом Всесильным земли и неба. Есть первый Брешит и второй Брешит. Это немножко разные истории. Да, они отличаются. Как будто кто-то хотел переписать, и вдруг забыл, что уже написал что-то раньше. Здесь говорится одно в первой части, а здесь говорится во второй части совершенно другое. Почему есть две истории творения? Прежде всего, говорится о создании неба и земли. В первой части.
Небо и земля — это две силы, которые действуют во всем нашем мироздании, в положительном и в отрицательном. Положительное — это небо, дача, свет, жизнь, а земля — это эгоистическое желание получать, использовать все на собственное благо. Это символизирует, если не ошибаюсь, небеса — это желание отдавать, а земля — это желание получать. Верно. И говорится о сочетании между двумя этими силами и о том, как можно между ними вот так вот выстроить нашу жизнь. Потому что, с одной стороны, есть наш эгоизм, это земной, материальный, желает все захватить, использовать все на благо себя. И кроме того, есть положительная сила, которая дает нам жизнь, но в очень ограниченном виде. Если мы хотим достичь большей жизни, более высокой жизни, чем та, которая дана нам эгоистически, то нам объясняют то, как достичь небес, чтобы эти две силы были правильно совмещены в человеке. И история говорит о том, как использовать эти две силы вместе. Зоар говорит об этом очень много. Первый вариант. Вначале создал Творец, создал небо и землю, а вторая версия, там уже называется Адунай. Да, это Авая Элоким. Это есть разница в управлении. Как я и сказал, наш мир, он управляемый высшей системой, и нам объясняют, как эта система высшая, система природы, воздействует на нас, и как она управляет нами. И с одной стороны, есть управление сверху вниз, которое вынуждает все развиваться, рождаться, производить разные действия и умирать. Это Бог. Верно. И кроме того, есть Авая Элоким. Это уже участие человека, который сотворен в первый раз, как этот человек во второй раз, во второй истории Берешит, как он воспринимает творение и как он начинает продвигаться к Творцу. То есть это то, что мы должны сделать, потому что сотворение человека, брия, от слова бар, то есть то, что находится вне Творца, Берешит бара Элоким, то есть он породил это, как мы опустил это по шести ступеням, сократил себя для того, чтобы сотворить мир. Мир — улам, от слова алама, скрытие. И человек, который сотворен, Адам, от слова эдоме, уподобится. То есть то, что он должен сделать во второй истории Берешит, должен уподобиться Творцу. Написано по образу и подобию своему. Верно. Есть еще несколько вещей в этой главе. Может быть, это самое интересное. Если мы возьмем книгу Зоар, то весь этот том только об истории Берешит. Берешит, Ноах и Лех Леха — это три главы, которые включают в себя все. Есть в книге Зоар часть, которая называется «Исправление Зоар», «Тикуне Зоар». Это такая особая часть, которая говорится о конце исправления, о последних днях. И он обсуждает только слово «Берешит». Вот только вот в этом слове там есть уже вся сила, весь процесс. И, между прочим, сейчас, вот в наше время, и до конца 6000 лет, это то, что мы должны пройти. Надеюсь, что не сегодня это случится. Почему? Говорится о хорошем. Но это меня немножко напрягает, конец дней. Нет, конец мира — это значит конец скрытия. Это хорошо, это все раскрывается. Нет конца жизни, наоборот, конец тьмы. «И сотворил всесильный человека по образу и подобию своему. По образу всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В истории о райском саде, который является философской аллегорией, в этой истории сначала он создал их мужчину и женщину как одно целое, затем разделил их, сделал такую операцию болезненную. Нет ли здесь намека на то, как осуществлять систему взаимоотношений между мужчиной и женщиной? Наука Каббала объясняет это, но снова соответственно тому, что мы изучаем из высшего. Вся наука Каббала говорит над этим миром, чтобы мы изучили из высшей системы, как мы должны, соответственно, ей исправить наши действия, и тогда мы будем действительно соответствовать ей, нам будет на самом деле хорошо. То я могу
почерпнуть из этого, из этой истории? В отношениях мужчины и женщины, то есть дополнение, если они хотят достичь совершенства, они должны взять и единую цель, чтобы была как для мужчины, так и для женщины. И эта цель находится над их материальной жизнью. Если они устремляются к этой цели, они получают эти силы, и эти силы входят гармонично в них и дополняют их. Иначе между ними никогда не будет ни связи, ни мира, и даже понимания. И такая, как сказано, муж и жена, и шхина между ними. То есть вот этот третий компонент, шхина, это называется высшая сила, высшая цель, духовная. Если ее не будет, между ними не будет связи. Возвращаясь к истории их создания, он их создал спина к спине, мужчину и женщину, затем разделил. А сейчас они должны обратиться лицом к лицу друг к другу. Лицом к лицу, да. Лицом к лицу — это во взаимной отдаче к друг другу. Это называется лицо, когда я даю тебе, отношусь хорошо к тебе. Может быть, это есть практический совет? Но это не получится. Сколько бы мы ни захотели сделать это в нашей жизни, у нас не получится. Мы все больше и больше будем отдаляться друг от друга, потому что нету третьего компонента. Прежде всего, раскрыть змея между нами, эгоизм каждого. Змея — это эгоизм. Давайте, может быть, рассмотрим этот очень интересный образ и увидим там все составляющие его. Кто такой змей? Кто такая Ева? Кто такой Адам? И могу ли найти в себе все эти образы? И вот сказал Бог Всесильный: «Нехорошо человеку быть одному, сделай ему помощника, соответственного ему». Адам — это сила отдачи, Хава — это сила получения. Не то, что это хорошо или это плохо, не могут одно без другого. Связь между ними не может быть, поскольку хотят и получать, и отдавать. Каждый, и в каждом есть две эти силы, и Адам, и Хава, и мужская, и женская части, и хотят использовать это все на благо самого себя. Либо я беру это от всех, либо я даже даю что-то кому-то, но с намерением выгадать из этого что-то больше, чем я даю получить от этого. Поэтому мы не можем справиться с этим, каждый внутри себя и каждый между собой, во взаимоотношениях. И из нашего продвижения в этом мире мы видим, что наша природа является злом. Мы эгоисты. Мы не можем уступить друг другу. Мы, как и сейчас, приходим к общему кризису. Даже во взаимоотношениях, в семейной ячейке, что это является основой общества, было так во все времена, а сейчас мы приходим к разрушению этой основы. И исходя из этого, мы приходим к осознанию зла, что между нами находится змей, наш эгоизм, который ненавидит других, который не желает воспринимать других, иначе как используя их, буквально извлечь из них все, что можно, и так вот таким образом только и использовать их. И вместо этого, если человек начинает понимать, что у него нет выбора, что он должен понять, что происходит с ним и в его мире, то он приходит к науке Каббала, и тогда он получает объяснение, что все эти вещи — это является подготовкой для осознания зла. Сейчас он нуждается в высшем свете, который сотворил всю нашу Вселенную, с той искры, которая прорвалась. Там он сотворил и Адама, и Хаву, и всех нас вместе. Он нуждается в этом свете, чтобы свет исправил его, и тогда он приходит к науке Каббала. То есть следующий этап в человечестве, чтобы в итоге пришли к науке Каббала, и с ее помощью они улучшили бы свою жизнь. То есть ты не сможешь жениться, быть счастливым, растить своих детей правильно, воспринимать жизнь счастливой и полноценной, если ты не будешь использовать то, что предлагает тебе наука Каббала, потому что она учит тебя высшему закону, всеобщему закону, который управляет этим миром. Да, но я... У меня есть большой эгоизм. Я, может быть, даже суперэгоист. И вы хотите сказать, что я все время, весь день я хожу с этим змеем внутри себя. Да, так каждая написано. Каждая моя мысль, каждое мое действие.
С другой стороны, если я буду без змея, то у меня не будет вообще предпосылки. Это тоже плохо, конечно. Тоже плохо. Поэтому нужно две силы, не одна. Но знать, как сочетать их. Так я должен отдавать себе отчет в том, что у меня есть внутри меня змей. Верно. И знать, как управлять им. Как правильно его использовать. Как правильно им пользоваться. Написано, зависть, страсти, почести выводят человека из этого мира. Если это правильно объяснить, то отрицательные якобы эти силы, они выводят человека из нашего мира, то есть поднимают его в более высший мир, к высшему состоянию. Вы оптимист. Вы говорите, будь в этом мире большим сластолюбцем, большим эгоистом. Все эти силы, они хорошие силы, только нужно знать, как использовать их. Так же и в электричестве, ты не знаешь между плюсом и минусом, ты не можешь ничего извлечь из этого. То есть вся наша жизнь, наше восприятие состоит из двух противоречий. Нужно только знать, какова правильная формула, чтобы соединить их. Так что нужно делать? Только давать себе в этом отчет? Нужен третий компонент. Что? Вот тот третий компонент, который называется шхина между ними, раскрыть высшую силу, тот свет, чтобы он правильно соединил эти две основополагающие силы в тебе. Я прошу прощения, но все же вернусь к своему вопросу. Очевидно, это очень важно для тебя. Да, мне это важно. Я раскрыл высшую силу. Я знаю, что она есть. Я знаю, что она существует, верю. Но пока что этот змей сводит меня с ума. Каждый день он приходит ко мне. Ты пока еще не осознал, что это зло. Я знал, что это зло. Если бы ты узнал, что это зло, ты бы искал, как освободиться от него, как от рака. Но вы говорите, что не нужно освобождаться от него, что нужно наоборот. Нужно извлечь его и правильно использовать его. Ты еще не чувствуешь, что он поедает тебя, что он крадет у тебя всю жизнь. Какова техника освободиться от него? Ты найдешь эту технику в тот момент, когда ты придешь к осознанию зла. Осознай, что это зло. Поэтому люди, которые приходят к науке Каббала, это те, которые уже отчаялись от всех других методик, и они говорят, все, я должен найти решение. Это я, кстати говоря. Ну, ты приглашаешься? Но знаю всесильный, что когда пойдите от него, откроются глаза ваши, и станете вы подобно всесильному, знающему добро и зло. Что такое древо познания? То есть из всего райского сада можно брать плоды, хорошие, плохие. В чем недостаток? Одно дерево там в центре сада, ну так что? Древо познания добра и зла — это то есть познать, понять, воспринять все эти вещи. Можно их, то есть получить свет мудрости, проблески, понимания, то есть получать в себя наслаждение, наполнение, познание, почести, власть. Все это называется знание, познание, плод творения, рук Творца. Он знал математику, географию, что там еще? Вкусил древо познания, и что с ним случилось, его осознание? Из-за того, что он приблизил к себе ту силу, которая называется древо познания, он стал эгоистом. Он стал желать получать все наполнения. И поэтому, из того, что он начал понимать, кто он и что он понял также разницу между собой и Творцом, что он весь состоит из силы получения, а Творец — сила отдачи, дающий. Он почувствовал разницу между одним и другим, и тогда, сказано, устыдились они этого, и здесь говорится о покрытии, то есть о тех одеяниях, которые они прикрылись. Он должен был прикрыть себя, скрыть себя, он не мог выдержать свой эгоизм, насколько он был противоположен Творцу. Так почему написано, что в тот день станете вы как Бог? Они поняли, познали добро и зло, они поняли, что он добро, а не зло, находится в двух разных концах мироздания, и поэтому вот это поедание само, то есть обретение этого зла, силы зла, этого злого начала, оно
сбросила человека в этот мир. И с тех пор мы находимся здесь, и цель наша — обратно достичь уровня Творца. И тогда мы будем буквально как Творец. У нас есть еще много здесь вещей, которые мы можем в этой главе найти. Ну, эту главу невозможно закончить. Но время наше заканчивается. Что это за пугающие строки в конце главы? «И изгнал человека, и поставил к востоку от сада Эдена, поставил ангелов и пламенный меч, вращающийся для охранения пути к дереву жизни». Кто такие ангелы? Что это за меч? Это на пути возвращения, когда мы достигаем исправления нашего эгоизма, мы поднимаем себя к таким силам, которые называются пламенный меч, когда мы можем отрезать, с одной стороны, наше намерение ради получения, а с другой стороны, с нашим желанием получать, достичь Творца. Мы дойдем туда, с Божьей помощью. Спасибо большое, уважаемый рав Лайтман. Мы встретимся с Божьей помощью на следующей неделе в главе Ноах.